Добрый день всем. Меня зовут Агапов Александр. Я врач спортивной медицины и лечебной физкультуры. Прибыл сюда из Анапы. Являюсь коллегой всех тех людей, которые работают здесь. То есть, в принципе, я также занят в туристическом бизнесе. Работаю во многих учреждениях лечебных, санаторных учреждениях города Анапы. И, конечно же, меня поразил здесь сервис, который предоставлен всем желающим, которые сюда приезжают. Особенно впечатляет уважительное отношение персонала медицинского, и не только медицинского, всех приветливых людей. Хотя, конечно, это очень приятно, но должен вам сказать, что нигде, ни в одном из санаториев, а я пользуюсь услугами санаторного лечения давно, как человек, который побывал на афганской, чеченской, абхазской войнах, но нигде на меня не вылили столько грязи, в прямом смысле этого слова. Грязи лечебной здесь не жалеют ни на кого. Причем грязь самая отличная, сакская. Такой больше нигде нет. Я долгое время занимаюсь спортом, и у меня постоянная микроспортивная травма. Плечи, колени. Все это постоянно преследует всех людей, которые занимаются спортом. После двухнедельного оздоровления я чувствую себя просто прекрасно. Даже теперь могу плавать даже баттерфляем. Хотя этого со мной не было уже на протяжении последних 10 лет. Рекомендую вам всем приезжать сюда, принимать лечение, санаторное лечение в городе Саки, пользоваться этой прекрасной грязью, пользоваться радушием этих людей, которым заражаешься от них на всю оставшуюся жизнь. Спасибо.